себе, да, пожалуйста, модельку. У нас подготовлен WhatsApp. Мы сейчас будем его переносить на эти зубы. Вырезан вот такой вот ключ из спидекса. Двухслойный обязательно, с прорезями под каждый зуб, чтобы был отток излишнего объема акрила. На этом все завершено. Потихонечку демонтируем эту конструкцию и все разбираем. Нам потребуется пинцет, зонт для того, чтобы аккуратненько снять лигатуры. Они очень вероятно вообще вклеились при помощи бонда сюда. Но в целом они снимаются достаточно легко. Они очень хорошо поработали и обеспечили стабильность в фиксации кофердама на все время приема сегодняшнего. Больше они не нужны. Вот так вот сняли. И при помощи щипцов для клампов снимаем. Сразу ротик не закрывайте, мы сразу сделаем временные зубки сегодня. Придете уже с большим количеством зубов. Не закрываем ручку. Примеряем ключ, который нам сделан обязательно перед тем, как делать отжим. Примеряем ключ, он должен быть стабилен и хорошо расположен. Все ли терпимо, не больно? Мы уже готовы расположить его на выжимке. Теперь маркер какой-нибудь. Отметьте для себя, когда много зубов, те позиции, которые вы должны заполнить акрилом, чтобы вам было легко ориентироваться в ключе. Во-первых, с какой стороны его заполнять, да? Я терпимо трубу. Угу. Ждем пару-тройку минут для того, чтобы пластмасса пристыла. Особенно хорошо фиксируется макап на очищенной поверхности, имеющие следы от бонда, потому что там есть мономер, с которым он полимеризуется. И все это уже держится гораздо крепче, на порядок крепче. Для того, чтобы убрать излишки акрила, можно использовать пинцет. Уже немножко скатился, но поэтому легко. Именно на этой фазе он очень легко снимается, не оставляя каких-то сильных следов на периметрах временных коронок. Можем остатки использовать для тестирования, в каком состоянии эластичности находится сейчас акрил. Пока еще снимать рано, пока надо ждать. Еще минута как минимум.
снимаем. Например, не беспокойтесь, что он как-то у нас там стернется неправильно. У нас все очень хорошо. Должно быть приклеено. И так и есть. Мы получили временные зубки. Сейчас уберем излишки. Можно будет скрыть. Да, все на месте. Сейчас излишки пластмассы уберу немножечко. Всегда чуть-чуть больше пластмассы туда накладывать, чтобы не было пор пустов. Смыкайте зубки, отдыхайте. Ждем некоторое время, он закончит приклеиваться, и мы его отполируем. Приступаем к полировке коронки. Основная задача — отполировать внутренность короночек.
попробуем.